Здравствуйте, мои дорогие друзья, и сегодня с вами я, Лёва Иванов, и мой канал. И сегодня я продолжаю свои рассказы о рыбалке, и в этот раз мы поговорим о насадке, которую я использую для ловли плотвы. На эту насадку также хорошо клюет такая рыба, как окунь и голавль. Вот эта насадка, такие маленькие червячки, которые в природе называются опарышами. Опарыш в рыболовных магазинах бывает черного цвета, бывает белого цвета и бывает красного цвета. Продаются они вот в таких баночках, вот, как вот это и вот это. Стоимость их недорогая, стоимость таких баночек за одну штуку в рыболовном магазине в 2023 году было от 25 рублей за баночку до 50 рублей. Насадка, сам опарыш живет очень долго, хранить его можно в холодильнике, в том месте, где у вас располагаются овощи. Закрывайте плотно баночку, чтобы опарыш не выбрался, и вот такой пакетик. И всего этого будет вполне достаточно. Хорошая, крепкая насадка. На один опарыш, насаженный на крючке, можно наловить большое количество рыбы. Насадка не сбивается, рыба очень хорошо держится на крючке. Если опарыш свежий, вот из опыта могу сказать, такой баночки мне хватает ходить на рыбалку в течение месяца. В холодильнике живет он тоже так же долго. Ну вот эту баночку можно взять просто с собой на рыбалку, но они не очень хорошо хранятся в кармане, так как опарыш боится мороза, может открыться. И я применяю вот такую баночку. Купил ее в рыболовном магазине. Баночка из пенопласта, очень легкая, кладу туда небольшое количество опарыша и беру с собой на рыбалку. Открываю, насаживаю и пользуюсь. Отличная насадка, долго живет, имитирует она ручейника в наших водоемах и активно поедается плотвой при ловле. Что хочу сказать, на эту насадку я ловлю круглогодично, очень хорошо ловится плотва, как летом, осенью, зимой, так и использую в основном ее. Конечно же, можно использовать навозного червя, также очень хорошо будет работать по плотве, и также можно хорошо использовать мотыля. Но, как показывает практика, опарыш самая такая хорошая наживка, стойкая, на крючке, живучая, и на нее очень хорошо ловится плотва. Поэтому рыбаки в нашей местности все давно перешли на такую наживку, как опарыш, и активно ловят на нее такую рыбку, как плотва. Ну что?